Сегодня мы поговорим и поработаем. Техникой НЛП поработаем. Над чем? Над состоянием бесстрашия. Бесстрашие – это уверенность. Это совершение поступков, дел, слов в четком знании своей правоты, своего знания, нужности. Нужности для себя, в первую очередь. Того дела, которое я делаю, тех поступков, которые совершаю, тех слов, которые произношу, уверен, бесстрашно. По-хозяйски, по-хозяйски, распоряжаясь всем тем, что задумано, что произносится, и в чувстве полного самоуважения, уважения себя, своих ценностей, своих знаний о смыслах того, что я делаю. Состояние бесстрашия, оно вообще характерно нам. И оно в нас когда-то было очень сильным. Сегодня будем работать техникой НЛП. Итак, друзья, есть часть нашей психики, которая называется «Знаю свое, знаю, что мне надо, что наилучшее знаю, к чему могу призвать, позвать, что значимое и великое могу дать этим или сделать для себя». И есть часть нашей психики, которая характеризуется вот как. Это огорчение от реакций, которые были когда-то. Смятение, которые пытались вселить. Не очень, кстати, достойные, но научившиеся осуждениями своими, по сути, отстаивать свои невеликие права. То есть у нас есть часть, которая порождена не нами. И эта часть, ставшая боязнью самозащиты в нас, стала превалировать, брать верх. Сейчас проведем работу по восстановлению справедливости, то есть по восстановлению больших прав и силы первой части. Вот этой первой части, которая называется бесстрашие. Знаю свое, знаю, что мне надо, что наилучшее знаю, к чему могу призвать, позвать, что значимое и великое могу дать этим или кому-то, или самому себе. Сейчас проведем работу, которая позволит быть бесстрашным, как нераздумывающий воин, который знает врага и знает, что надо победить его, снова зажив своей праведной, нормальной его жизнью, а не жизнью, которую враг хотел навязать. Бесстрашие воина даст ему победу. Итак, берем первую часть. Бесстрашие наше. Смелость, она сильная. Как же мы ее берем? Мы ее можем пригласить к себе на левую руку. Берем вторую часть нашей психики. Осознаем, что наша боязнь – это реакция
и самозащита предостерег. Благодарим ее за предостерег и переделываем ее на интуицию верного поведения для победного воздействия на врага. Как же мы это делаем? Мы, взяв ее на правую руку, осознанно меняем цвет. Эта часть может иметь какой-то цвет. Если он у вас не возник, осознанно сделайте, придайте цвет. А сейчас меняйте его. Меняйте на нравящийся. Меняем содержание, состав, как добавление порошка в состав. И вторая часть становится полезной. В чем выражается полезность? Ловкость, гибкость мышления, креативность лидера, осознанность и спокойствие, самообладание и уверенность главного. Это приобретается. Первой части придаем еще больше силы и прав лидера и главного над всем, всеми для себя. Обе части стали позитивного цвета и значения. И они становятся союзниками. Все. Техника завершена. И теперь ваше имя будет вами смело озвучиваться, ставиться. Ваше слово будет искомо другими, желающими прикоснуться к силе и уверенности вашей фигуры. Ваши таланты будут восхвалены и восторгающими. Таланты ли это говорить или молчать, когда надо? Таланты ли звать на дело, в котором вы единый, гармонично главный? Таланты ли объединять и организовывать? Обе руки сходятся. Они сейчас устремлены друг к другу. Обе руки устремлены друг к другу. Они соединяются. Вторая часть, приобретя другой окрас и другой смысл и значение, значение служить вам гибкой интуицией, чувствованием, как надо себя вести, как лучше себя вести, сплелась в союзе с первой частью, вашим бесстрашием, уверенностью, вашим знанием о себе и своих талантах, вашим знанием о том, насколько вы значимы для других и для себя. Благодарите обе части, ставшие единым, служащим вам бесстрашием, уверенностью, силой и самоуважением. За то, что они так хорошо поработали. Это единое благодарение.